Так, ну что ж, всем привет, с вами снова Dark Space 96, и мы продолжаем проходить игру Prototype. Миссия называется «Освобожденный мир». Так, в этой миссии мы что будем заниматься? Не знаю, посмотрим. Вот предыдущий, конечно, был по-своему интересный. Проходил, читаешь какие-то там непонятные вентиляторы, постоянный газ, ядовитый при этом для как раз именно зараженных этим непонятным вирусом. Источником которого вообще непонятно является, конечно, Алекс Мерсер, либо корпорация это Гентек, либо Элизабет Грин, либо вообще непонятно кто. Пока. Так, что ж, начнем новую миссию. Посмотрим, что придется в ней заниматься. Предыдущая была какая-то рутинная такая миссия, по-моему, ничего не интересно. Контакт болезни разумная. При поражении Black Toxtom оно уходит под землю. Она концентрируется там, готовясь поразить город. Тебе нужно подостовериться, что машина насоса Блантокс прибыла там с сквера, а когда прибудут постановки Блантокса, закачай его под землю, вытащи его снова на поверхность. Без твоей помощи эта машина бы и на землю к Таймс-сквер не подошла бы. Ясно. Снова рутинная работа. Блантокс с западной Гарлем. Так, ну и чем мы заниматься будем? Разверни насос Блантокс на Таймс-сквер. Съешь командующего о комплексом. Блатокс. Да. Снова у кого-то есть. Ох, а вертолет, можно полетать на вертолете. Хотя там газ видно, что тоже. Это гадость. Блин. Его как добраться до него интересно, не понимаю. У нас есть облик. Мы попытаемся базу сначала проникнуть. Какого хера? Так, какого хера не понятно. Ох ты, я застрял. Акробатические трюки. А, погоди, меня сейчас не подозревает. Так, тихо-тихо, они... Вот только меня не стреляйте, я сейчас... А суперсолдат такой... Там газ... Блин, хуй газ полез. Как не тебя поглотить, интересно? Вот я не понимаю этого. Учим камозрение. Так, снова очки, да ладно. О, прокачать хотя можно было что-нибудь. Так, если попробуем что прокачать бы. Так, где у меня усиление? Неистовство. Серия режущих атак с места. О, длинный хвост, прикольная штука. Прокачаем. Прокачаем этот длинный хвост, мощный. Да, я знаю, мне мощная атака, вот то, что пора, тоже бы понадобилось. Усиление мышц. А, мне слишком много. Вот это я могу хотя бы. Так, удар молот локтем. Так, тоже недоступно. Но все же не так уж много осталось. Ну, рассечение попробуем. Так, движение. Возврат. Уклониться от них. Взрыв или атака в воздухе. О, неплохо. Уклоняться от взрывов или атак в воздухе. Это неплохо. Забучена атака врагом. Спейс нажать. А, если кто-нибудь кинул, что ли? Спейс нажать и, в общем-то, можно уклониться от этих атак потом. Запомним потом. Спринт прокачаем. Максимум спринт не получится, пока очков маловато. Ну, прыжок, что ли. Животик попробовать. Критическую массу можно будет пробовать. Подъем жизни. Нафиг. Регенерация. Все это нам понадобится потом. Удар локтем.
Значит, я думаю, ничего не прокачаю больше. Столько прорыв. Тогда последний тогда. Атака, атака. Нолт, атака. Что за нолт? Ладно, прокачали максимум, чем могли. Это гадости. Вертолет. Так, быстро поглощаем и убегаем, нахрен. Тихо-тихо. Следуй на западный сторожевой пост для конвоя. Так, ясно. Неплохо бы вертолет захватить. Погоди, а чё? Сели-ка вертолет, полетели. А, быстрее, быстрее. Да, блин, давай. Бежать нахрен. Ну куда бежать, я фиг понимаю. Да, загнал его уж, ладно, нафиг бы вдруг садиться. Надо было сварить, когда поглотил его. Сейчас мы быстро спрячемся. Отлично. Готово. Так, следуй на западный сторожевой пост, лучше мы сейчас займемся. Да, все нормально, успокойтесь. Светлый мушин на это. Отлично. Так, это гад, что ли, там еще стоит? А, блин, сейчас поставлен газ. Надо бежать нахрен. Пока у меня жизнь не кончилась. Так, чё? А, вот сюда? Значит, не конвой. Ладно, ребята, собирайтесь вместе и выступаем. Доставим эту штуковину. Начать вот этот насос, что надо будет? Спроводи насос. Бладтокс на Times Square. Отлично. Ну чё нам? Пешком? Или можно танк сесть? А, точно танк. Ой. Как все-таки интересно, здесь управляется техника именно. Хоть теми же вертолетами, танками. Дают. Прикольно все-таки. Довольствие какое-то получаешь вот это. Хоть что ни говори, но, конечно, игра по-своему неплохая получилась, мне кажется, даже. И удовольствие можно получить это прохождение. На один раз, конечно, думаю. На один раз только. Хотя, может быть, второй раз, третий. Возможно. Черт. Ну это, конечно, не Call of Duty, не Battlefield. Она намного похуже в плане, не знаю, постановки. Экшена такого ураганного. В плане этого она похуже, конечно, но все равно подойдет немножко. Так, а вот стрелять эту. Так, у меня ракета, что ли, нет? Есть ракеты? А чем только могу... Миссия его выполнена. Чисто выдвигаемся. Поехали. Конвой перестроен. Нифига себе. Сколько завал-то. Так, она едет, что ли? Езжайте, езжайте. Какого хер вам не стоят?
Отлично, готово. Одна гадость. Так, извините. Ой, тихо. Чуть не врезаюсь, а. Да какого хрена там, кто там? Еще одна, что ли? Нифига себе, кидает. У нас он вообще живой. Фу, столько ничего жизни потрепал только. Да, молодец, там хороший. Средство передвижения по сравнению с вертолетом. Неудобно, удобно, конечно, управление сделано по-своему. Черт. Блин, какого хрена? Машина какая-то ковна. Лина, ёпрстая. Блин, она сейчас... Ёпрстая, да, там чуть было две штуки. Ух ты, ёпсель. Да, разбито. Провал. Даже весело, весело. Надо быстрее прорываться дальше. Буду расчищать путь. Ой, ты вне. Да стойте. Проезжай. Приезжайте. Да. Надо быстрее прорываться нахрен. Набеги вы хотя бы не... Все готово. Блин, надо быстрее торопиться. Ух ты, ёпсель, как он там крутит. Надо быстрее. Вы что там застрели, что? Все, готово, что ли, гадина? Фу, кажется, все. Миссия выполнена. Что, мы довели ее, что ли, наконец-то? А, нет, еще. Куда она поедет? Нафиг, лучше... Так, надо ее лучше, конечно, пить.